Это ТКС L-39 предназначен для того, чтобы курсант во время перерывов полета, во время проведения предварительных подготовок, то же самое, когда они находятся в университете, чтобы они не утрачали своих навычек, умений, чтобы не забывали и пользовались этим тренажером в полном объеме, в технике пилотирования, в боевом применении. Вот, в распределении внимания этот тренажер очень сильно помогает. Это самое главное, что нужно для курсанта, особенно в первые годы обучения. Тут ошибки допускаются, тут все прощается. В воздухе ничего не прощается ошибки. Товарищи курсанты, каждому полету готовитесь так, чтобы він виконувався тільки на оцінку відмінно. З кожним польотом ви будете ближче і ближче до цілі повітряного бойця. Завдання, які поставлені перед бригадою, великі і великі. Ми з ними, безумовно, справимося. Справимося во ім'я авіації України, во ім'я повітряних сил, во ім'я нашої держави.